Во Вкусвилл купила собакам вкусняшки, взяла черри, айсберг. Очень хочу завтра сделать салат Цезарь. Взяла творог, банан, думала, сейчас съем, но уже не буду. Морковка. Вот этот соус очень мне нравится у них. Вкусный по составу, классно. Медово-горчичный. В салаты добавляю. Взяла руколу, вот такие салфетки. Хлеб вот этот очень вкусный, я его беру. На кассе видела такой какао, не пробовала, надо попробовать. Манго. Лизе завтра сварю лапшу, купила. И красное помыло. Почему красное? Она стоит 300 рублей, обычное стоит 150, не знаю. Было взять обычное, ну ладно. И в Пятерочке взяла курицу, крылья. На завтра запеку такую индейку. Молоко, горошек и тоже взяла черри. Вот эти самые вкусные медовые, они такие сладкие. Забрала посылки, а это мы родителям отдали наши. Купили себе еще одни. Это вот такие вот фонари вешать. Чего они закрываются? Вот так вот повесим на дом. В общем, они тоже захотели, мы им наши отдали. Пришел, гавкает, стоит. Да я слышу тебя, Сёмушка, я же тебя слышу. Заходите.